Чем выше дурак, тем больше на него работает умников. Кульминация спора – обмен оскорблениями. Когда с женщины не сводят глаз, она хорошеет на глазах. Женщинам нравятся скромные мужчины, которые бросаются всем в глаза. Величайшая слабость ума заключается в недоверии к силам ума. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери. Хорошие мысли и других невольно заставляют выдумывать хорошие мысли. Борьба есть условие жизни. Жизнь умирает, когда оканчивается борьба. Душа не идет в одном лишь направлении и не растет, как тростник. Душа раскрывается, как лотос с бесчисленными лепестками. Когда жизнь не находит певца, чтобы он пел ее сердце, она рождает философа, чтобы он измолвил ее разум. Мы легко можем забыть тех, с кем мы смеялись, но мы никогда не забудем тех, с кем мы плакали. Истинно великий человек – тот, кто никого не станет учить и ни у кого не станет учиться. Если ваше изложение неинтересно, это потому, что неинтересна ваша мысль. Если оно ограничено, то это потому, что ограничены вы сами. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: ешь, или съедят тебя самого. Жизнь держится на трех китах – деньги, любовь, власть. Такова уж игра, которую мы зовем жизнью. У нее свои правила, кто-нибудь непременно должен потерпеть поражение. Читатель прочтет книгу с гораздо большим удовольствием, если будет знать, кто ее автор – негр или белый, холерик или сангвиник, женатый или холостяк. Аргументам, исходящим из прелестного ротика, перечить трудно. Ничего люди не принимают с таким отвращением, как советы. Расчетливому и равнодушному хитрецу проще убедить женщину, что он ее любит, и преуспеть, чем страстному влюбленному с его пылкими выражениями чувств. Тот, кто верит в свободу воли, никогда не любил и никогда не ненавидел. Очарование – это излучение внутренней гармонии. Кто не может отказать себе ни в одном удовольствии, никогда не узнает счастья. Даже самый необыкновенный человек должен выполнять
свои обыкновенные обязанности. Только с той самой ступени, на которой стоишь, возможно шагнуть на следующую. Красота. Вот единственный язык наших душ. Человек имеет право на одну единственную любовь. Все остальное – это лишь пагубные заблуждения, составляющие несчастье бесчисленного множества людей. Стоит болезни войти в дом и кажется, будто в семье поселился чужой. Нужда – это шестое наше чувство, заглушающее нередко все остальные. Мне ни разу не приходилось встретить человека, который от любви лишился бы ума, но зато я видел много людей, которые от ума лишились любви. Ты хочешь ключ к своему счастью? Это не деньги, это не красота, это добрый разум. Тела не становятся свободными, свободным становится разум. Когда ты веришь, что твоя проблема вызвана кем-то или чем-то другим, ты становишься собственной жертвой. Все наши проблемы проистекают из наших фантазий. Когда мы прорвемся сквозь наше воображение, мы свободны. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, это значит, что болезнь неизлечима. Я верю, что музыка – это голос особого духа, задача которого – собирать мечты мира, и который, проходя через сознание людей, способен уладить, пусть даже на короткое время, их раздоры или потрясти души, разрушая социальные неудобства. Я верю в Бога и считаю, что Он есть в каждом человеке. Это земля монополия ошибочных идей. Мы знаем, где мы родились, но никогда не узнаем, где умрем. Старики всегда считают, что молодые люди еще ничего не знают о любви, а молодые уверены, что старики уже все забыли. Ты знаешь, и те, и другие не правы. Замечательное чувство – знать, что ты сам строишь мир. Когда девушка идет к парню поговорить о химии, может быть, это и химия. Но когда она ходит к нему поговорить о химии один, а то и два раза в неделю, это уже не химия. Никогда, долгое время. Мы всегда страдаем исключительно из-за собственных ошибок. Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. Лучшие из книг, те, которые больше всего дают пищи для размышлений, и при этом на самые различные темы.
Сердце может прибавить ума, но ум не может прибавить сердца. Ничего нет трудного для человека, имеющего волю. Каков супруг, во многом зависит от супруги. Всякий порок лишь усугубляется от попыток скрыть его под личиной добродетели. Если кому-либо не хватает даров природы, он возмещает этот изъян усиленной дозой самодовольства. Тот, кто каждый день не двигается вперед, каждый день отступает назад. Иметь недостатки и не исправлять их – вот в чем настоящий порок. На земле хватает поводов очаровываться, вот только очарованных мало –